потенциально, возможно, преследовал какую-то другую цель, и он думал, что это будет такой очень большой прорыв. Но мы говорим о современном мире. Именно о современном мире, в котором уже очень многие вещи изобретены. В этом современном мире мы не нуждаемся в каких-то бесцельных действиях. То есть мы понимаем, что у нас есть уже что-то изобретенное, и у нас есть конкретные проблемы. Слишком много этих проблем в мире, чтобы просто тратить свой ресурс на какие-то мнимые вероятности, что это перерастет в что-то значимое. Также нам оппозиция говорит, что если мы не разрешим изобретать вещи с низким коэффициентом полезности, изобретение, тогда понизится креативность у ребенка. Во-первых, мы говорим здесь о такой категории, как ученые. Это именно люди. Кто такие ученые? Это люди, которые, наверное, получили очень высококлассное образование. Ученые, они гораздо более ценные, чем обычные люди, в том плане, что они способны привнести в этот мир что-то гораздо большее. То есть они способны изобрести что-то, что улучшит жизнь тысячи, миллионов, возможно, всего мира. Мы говорим, что ученые, мы не можем распоряжаться учеными, их потенциалы разбрасывать бесцельно.